Привет, друзья, и снова здравствуйте, с вами мама Сани, мы на канале Мисс Сани. Ну что, я сегодня опять на тренировке с Мисс Сани. И сегодня у Мисс Сани, короче, у них такие тут правила, что если ребенок, ну или взрослый человек падает с лошади, тогда надо покупать тортик. Что мы сделали? Покупать тортик, вот такой вот. И, ну, я не знаю даже, как сказать, чтобы как-то усладить это такое чувство падения. Ну, вот Саня сейчас тренируется, сейчас я вам покажу, вот она, моя девочка. А потом тогда я еще поснимаю, покажу и с ней поговорю, хорошо? У Сани сегодня тренировка немножко идет по другому плану. Видите, там препятствия лежат вот на песке, вот такие вот, одна и вторая палка. Видите, это первый раз я такое вижу. Ну вот интересно, как будет сегодня лошадка реагировать. Вообще эта лошадка очень хорошенькая, умная она, но иногда показывает характер. Вот так вот, вот, вот. Оп, молодчинка, Сани, молодец, молодец, Сани. Ну а потом, наверное, будем кушать тортик.
Как тебе, Саня, тренировочка твоя? Ну, хорошо? Как всегда, надо немного. Какой взяла? И я такой же взяла. У нас тоже себе. Очень, потому что там внутри такое повидло, очень вкусное, да, Саня? Супер. Она сегодня после тренировки, бау, пир горой, да, будем кушать тортик. Ты что, ты бежишь опять назад, Саня? Ну вот, мы уже съели весь торт, короче, и все. У нас темно, как, не знаю. Да, и мы поедем в... И мы сейчас поедем только что домой. Да, и что... в другую... На следующей неделе будет очень большая... выставка лошадей, да. В нашей прекрасной столице Вильнюс, да, Литэкспо. Это будет спортивный там такой манеж, да. И вот там будут и лошадки, будет всякий инвентарь, да, и обувь, ну все. И мы получили сегодня два этих приглашений от тренера, да, для Сани и меня. Ну, папа сам купит себе билет, да, говорит, потому что только по два. И, короче, у нас теперь есть приглашение, и мы поедем, и мы очень красиво и суперски проведем время. А пока что, ну что, смотрите, у нас уже, видите, как темно, вообще, вот как сколько... темно. Сейчас сколько времени, сейчас покажу. Вот 18:22. Вот. Вот сколько времени, и мы уже с Саней должны обязательно понемножку ехать. Потому что у Сани я смотрела сегодня в этом, сколько уроков задали. Немного, вау! Немного. Два этих, литовский язык. И еще надо, знаешь, что тебе нарисовать какое-то там... там что-то такое. Жемело? Ну, тогда из этой... это литовский, ну. Нет. А сегодня, не сегодня, сегодня был этот как Вера, или как Тикиба, Вера по-русски. Нет. Не сегодня, там что-то, а когда будет, завтра? Завтра. Ну вот, для завтра у тебя есть урок задан. Какой? Надо будет нарисовать на белом листе какое-то там что-то. Ты не помнишь, да, Саня? Нам не говорили. Фух, ну хорошо, все, Саня. Тогда ставим лайки, подписывайтесь, всем пока.